Здравствуйте, меня зовут Крупичка Олег, я из города Киева. Занимаюсь боксом 8 лет. Хочу принять участие в этом турнире, потому что знаю, что у меня много шансов для победы. Меня зовут Дмитрий Базилевич, я живу в городе Киеве. Я тренируюсь в киевском клубе «Спартак Подол», занимаюсь боксом 10 лет. Я верю, что я могу победить на этом турнире, и я сделаю все для того, чтобы выиграть. Я Денис Журавлев. Я приехал из небольшого городка Изюм в Харьковской области, чтобы показать людям боевую школу учения кулака. Я хочу, чтобы все узнали о ней и показать, как она себя ведет в деле. Здравствуйте, меня зовут Александр Литвиненко. Боевыми искусствами занимаюсь 17 лет. Участвовал в 32 турнирах. В данный момент я хочу принять участие и попробовать себя в этом турнире. Большое спасибо, что есть возможность себя проявить. Я думаю, стану в этом турнире чемпионом. Я сделал все, что я могу. Спасибо.